Доброе утро. Ассаламу алейкум всем, друзья. Время 9:30. Я с 8 в Теджи нахожусь. Здесь одно местечко есть, оно меня успокаивает, друзья. Кто в Теджи живет, думаю, что если вам скучно, можете сюда заходить, чай пить. Ну и помимо чая здесь, как же перевести-то? У них здесь, короче, сац есть, и они на нем готовят, пекут там. На ум сейчас идет чебурек, но это не чебуреки, короче, там сыкма называется потом. Ну, все есть, короче, то, что связано в быстром приготовлении. Мне здесь нравится, я здесь заезжаю, чай пью иногда. И плюс, когда мне охота деревенскую атмосферу, я приезжаю опять же сюда. Сейчас я вам покажу. Многие сейчас узнают, конечно. Помните, вот эти вот колеса, когда... Во всех дворах они были. Там у них пчелы, короче. Там вон куры, уточки бегают. И тихо, спокойно. Опа. По-простому все. Смотрите, вот такие вот кресла. Вот я здесь сижу всегда. Там море. И тенечек. Сейчас погода в Мерсине хорошая, поэтому... Здесь можно приятно проводить время в атмосфере, как бы за чертой города получается, якобы. Я себя чувствую здесь, как не в городе, хотя это Теджи. Вот. А, друзья, я еще что хотел сказать. Там в интернете кто-то мне скидывал тоже. Якобы султан аннулировал квартиры, и кто-то, видать, кто попал под аннуляцию, там пишет. Друзья, смотрите. Если вы вовремя оплачивали и у вас нету там чуть ли не года просрочки, никто вашу квартиру не аннулирует. Да, были неоплаты 5 месяцев, 6, 8, у кого-то год. Это нарушение договора, как говорится. И не было оплаты. А почему должны отдавать квартиру человеку, когда у него не было оплаты? Правильно? Ну, это длинная тема. На эту тему сделаем отдельный ролик. Так что султану чужое не нужно. Знаете как, когда вы что-то пишете, снизу просто одну строчку добавьте. За неуплату был расторгнут договор. Хорошо? Всех обнимаю. А вот смотрите, закончим на таком вот виде. Ассаламу алейкум. Курочки рябы. Друзья, всем доброе утро, добрый день, начало рабочего дня. Итак, у нас сегодня супер автомобиль и супер день. И сейчас поедем на нашу новую стройку. Оба! Вот такая красота! Так, доброе утро! Так, отлично. Все, поехали на стройку. Передаю тебе. Не-не-не, вот это вот. А, вот это. Вот, самое главное, да. У меня место есть для чемодана. Нашел. Для сумок место есть. Все, такая, друзья. Классная. О, машина так тепло тут. Бах. Так. Так, мы сегодня... Поедем на премиум, там сейчас метки стоят. Копать начнем. Начало стройки, ну как начало, именно когда котлован начинается, наверное, самое основное, самое главное, самое волнительное вообще. Это уже как бы точка отправная такая, когда уже потом в дальнейшем уйдет в историю. На этой машине жарко было, сейчас нормально, жара спала, без кондера можно ездить. Вот поле, видишь, какое зачистое. Вот это поле мне тоже волнует очень сильно, что здесь будет. Что-то будет. Я даже заскучился по этой маленькой машинке. Два дня сейчас езжу. Мотора нет, проблем нет, ремонт не нужен. Бензина нет, зарядки нет. На зарядку ставь и катайся. Сейчас самое время началось. Будет ни жарко, ни холодно. Самый такой подходящий. Чисто зимняя машина для Мерсина. Да. Так, откуда мы поедем? Отсюда. У нас тут есть такой люк.
на территории. Это Эмерланд премиум. И вот оно начало. Начало котлована блока Б. Вот такой процесс начался с пылью. Султан. Давайте чуть пройдем, посмотрим. Сейчас уже будет очень наглядно видно, как будут стоять блоки, помимо того, как вы видите их на схеме, да? Вот здесь у нас блок Б, лицом он будет смотреть у нас на запад. И вот там будет стоять блок А. Давайте чуть-чуть пройдем, посмотрим. Друзья, не забывайте, что в описании под видео в инфобоксе вся информация с контактами, с локациями стройки. Также там будет закреплен Google диск, на котором вы можете найти всю информацию. Здесь у нас комплекс будет состоять из двух блоков. Блок А и блок Б. Блок Б вот этот. В данный момент сейчас идет подготовка котлована. Все квартиры, планировки 1 плюс 1. Большая территория будет. Здесь на территории будет и бассейн, и парковка. Зоны отдыха. Это район Мезитлис-Солли. Расстояние до моря 1 километр. Все очень рядом, все очень близко. Это центр. Центр Солли. Все здесь есть, друзья. Очень развитая инфраструктура. Садики, школы, автобусы. Все. Что угодно. Рынки, магазины. Здесь вы найдете абсолютно все. Очень удобный район. Замечательные здесь песчаные пляжи. Ух, какая пыляка. Ничего, сейчас вот этот первый слой он снимает, и потом уже как бы начинается, ну, более грунт плотный, и пыль уже, конечно, не такая будет. Друзья, копаем сейчас котлован в Б-блоке. Сейчас воду открыли, чтобы все намочить. Пыли меньше было. И как вы знаете, там будет корпус А. Там входная часть уже почти готова. Вот такая вот территория. Так. Давайте посмотрим, что у нас вокруг. Здесь спортивная зона будет. Здесь уже тоже уже вот по сравнению даже с прошедшими роликами нашими, предыдущими, здесь уже сделали асфальтированные дороги. Сейчас иду с плиточкой. Очень быстро все благоустройство проходит. Это очень радует. Ух. Вот буквально через несколько дней приедем, посмотрим, как, насколько здесь все поменяется. Уже вот пройдет небольшое количество времени, и уже начнем снимать, как будет заливаться первый бетон. Так вот хожу по забору. Очень здорово. И сейчас вот еще будет видно, вот равняется территория. Вот впереди на заборе тоже стоит Султан. Смотрите, здесь какая еще высота, да? И вот тут столько насыпано грунта. Так вот равняется территория. Это, получается, будет основа забора. И сверху уже будет ставить декоративный, красивый. Вот, а вот это все будет зеленая зона. Деревья, под которыми мы сидели. Вот сейчас они все это на месте. И, конечно же, к ним отдельное внимание, потому что они должны именно до конца стройки и на выходе быть
лицом, наверное, скажем так, да, потому что они тоже, как и вы, и мы будем все видеть, как все это здесь строится. Вокруг них построится комплекс, друзья. Вот. И они будут этому свидетели. Смотри, там как здесь наполнена земля, там снизу идет. Там оттуда, когда я шел, прям вообще это вот это. Да? Угу. Сейчас будем ровнять, пусть покопает. Сейчас копает, чтобы потом глубже не было. Сейчас что выкопает, выкопает. Немного пыльно. Ну это без этого никак не обойтись. Пошло, смотри. Слышишь звук? Угу. Пошел на камень. Тут так просто, как в теджи, копать не сможет он. Сейчас, может быть, потом уже отбойно придет. Надо будет долбить. Да. Я сейчас пройду, друзья, покажу. Вот за забором виднеются камни. То есть здесь грунт такой. Почвы не так много, а под почвой прячется у нас скальник. Свои вбивать не надо будет. Да, да. Свои вбивать. Скала здесь? Скалы же идут. Скалы, да. Горное скальник, место. Да. Горная. Здесь такая. Даже если там землю в горах купишь, пока ее не обработаешь, ничего делать не можешь. Надо вызывать трактор, там все, чтобы камни вычищали и оставалась земля. Любую точку купи здесь, неухоженную, будут камни, говорят. Ну и здесь то же самое. Сейчас покажу. Здесь вот тоже подготовка была, чуть-чуть отодвигали, все. Ну, мы в процессе, конечно, будем приезжать, показывать. Вот смотрите, да, какие булыжники. Вот, и сейчас придет сюда такая техника, которая будет все это бить, разбивать и вытаскивать. То есть основа этого дома... А? Основа этого дома, не то что железобетонная, основа, да. А такая железобетонно-скальная. Будет стоять, так будет стоять, на этот, как вот Егора. Смотрите, уже какая этот здесь въезд. Для охраны место готово. О. Все, здесь. Вот так. Такие потолки в домах делают, да? В квартирах. Вау, вот это высота. У нас это дерево прям при входе получилось. Здесь же будут площадки для машин. Угу. Получается, там те два. И вот это вот прям отдельно красиво вышло. Ничего, машины подвинутся чуть-чуть. Дерево важнее. Ну, это сдвинем. Смотри, видишь, там пообламывали ветки. Угу. Оно же было в глуби. Сейчас землю набросали, и чтобы не мешало, начали обрубать. А, точно. Оно там тоже, было. Смотри, видишь? Угу. Еще угу. Там подстригут их, подрежут. Петерлю, мам? Петерлю? Петерлю. Сарус чем влево, что? Эвериатель сарус. Сай электрик мы чекаем, чем еда. Ну, это своя поехала, но мы чем. Алкапи, алкапи, своя поехала, чем. Много пыльно получается. Столько воды лились, все равно пыль. Без этого не обойтись. Сейчас она пройдет, уже меньше становится. Сейчас дойдет, когда это немножечко то, что в глубине было. А да? Все, что он мог выкопать, это будет. Там дальше камни идут. Сейчас смотри звук. Смотри сейчас. Слышишь? Ага. Вот это вот уже на камнях он. Ну, близко. Сейчас да. Дальше уже, если он не сможет, если большие куски будут, отбойно пойдет. Но здесь долго будет тянуться сам фундамент. Не как ты же там быстро. Да, да, да. Ну там почва более податливая. О, смотри звук какой. Грязь не прыгает. Грязь не хочется. Все, это в архив. Пусть копает, он еще долго будет копать. Поехали в офис. Опа. Двери так интересны. Это в эту сторону. Да. В другую сторону открывается. В другую сторону. Так, где ключ? Электричка, электричка, а ключ все равно, да? Ну, без ключа нет. Скоро здесь переключаешь. Так, заднюю включаешь. Три скорости. Нейтральная, ДНР и задняя. Вот. Просто
поставил на рей и поехал назад. Так, поставили на Д, поехали вперед. Вот он выезд. Из ворот. Лаву кола гельсен. Мы первые испытатели подъездной дороги. Комплексу, да? Комплексу, да. Так, друзья, кто не видел ранее наши ролики, здесь вот это мы проезжаем, смотрите, вот эта широкая полоса будет оставаться зеленой, озеленение будет и будет дополнительная воздушная прослойка. Ну и парк же там будет небольшой. Да. И аж до вот этой дороги, то есть как бы здания будут стоять очень хорошо, окруженные именно воздухом, свободой. Ты смотри, асфальт уже сделали, да, возле этого? Вот смотрите, да, вот это вот, с этой стороны. Вот этот спортивный комплекс, мы когда еще снимали предыдущее видео, здесь еще асфальта не было. А положили его, наверное, ну вот он, еще новенький, еще техника здесь вся, и сейчас уже рабочие даже идут. Лежачих положили. Да, лежачие уже лежат, такие прям нормальные. И сейчас уже вот идет тротуарную плитку. Ну они молодцы, вот благоустройство очень классно, быстро делают. Так, а куда мы поедем? Давай направо, там тоже вот новый асфальт сейчас покажем. Было видео, мы здесь еще ехали с Султаном, вот здесь вообще было такое прям бездорожье. Все, асфальт уже, друзья. Ну и все. Все, друзья, мы в офис, следите за нашими эфирами. Все контакты в описании, в инфобоксе вся информация необходимая. Все, наверное, на этом прощаемся. Да, будем на связи, сегодня просто немного... Не знаю, я сонный, наверное. Кстати, друзья, готовим Google Drive по готовым квартирам. Кого будет интересовать, короче, пишите, будем скидывать вам Google Диск, называется. Да? Там будут готовые квартиры и состроить, и вообще будем добавлять готовые квартиры. Потому что готовые квартиры, очень большой запрос на них сейчас. Ну, связано, конечно, с тем, что происходит сейчас везде. Сейчас везде все непонятно, люди стараются уехать, получить ВНЖ. Поэтому будем тоже готовить, наверное, готовые квартиры. Ну, в YouTube, может быть, закидывать не будем, но в Google Диск будем кидать, будете заходить, смотреть. В любом случае, даже если вы не находите в Google Диске, позвоните, напишите, мы варианты вам дадим. На WhatsApp напишите. Да, 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 мы обязательно ответим. Всем мира, и здоровья, здоровья, счастья. До связи. До свидания. La 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 la. طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحة ظلت رمضان. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها طول. ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي عايزين عطول. رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرش ورود. لا 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 لا
رمضان ده حياتي شمع على مماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود